27-дюймовый IPS-монитор со светодиодной подсветкой и широкими углами обзора. В этом видео мы распакуем монитор Asus с индексом VA27AQSB. Устройство поставляется в комплекте с настольной подставкой, кабелем USB, кабелем VGA, кабелем питания, а также пользовательской документацией. Монитор выполнен в корпусе из черного матового пластика. Это 27-дюймовая модель с достаточно узкими рамками по трем сторонам. Рамка снизу пошире, на нее нанесен логотип производителя и светодиодный индикатор питания. Кнопки управления находятся на нижнем торце и легко нащупываются пальцем. Основание подставки плоское, прямоугольной формы. С тыльной стороны ножки предусмотрен держатель для кабелей. Сами интерфейсы вынесены в нижней части, позади экранной панели. Здесь у нас DisplayPort версии 1.2, HDMI версии 1.4 и USB Hub на два разъема USB 2.0. Также монитор оснащен встроенными динамиками мощностью по 2 Вт каждый. Что касается регулировок положения экрана, здесь есть настройка высоты от 0 до 150 мм, возможность изменения угла наклона в диапазоне от минус 5 до плюс 35 градусов, а также возможность поворота на 90 градусов в вертикальной плоскости в любом направлении для использования монитора в портретном режиме. Под конец поговорим о характеристиках. Тут используется IPS-матрица с разрешением 2560 на 1440 пикселей и углами обзора 178 градусов. Контрастность 1000 к 1, яркость 350 кандел на метр квадратный, время отклика 1 миллисекунда, а максимальная частота обновления 75 Гц. Также заявлена поддержка Adaptive Sync, технологии синхронизации кадров с видеокартой. Отдельно отметим наличие игровых опций и режим фильтрации синего света для уменьшения нагрузки на глаза при длительной работе за компьютером.